Мэр Львова сегодня побывал в СБУ. Давал объяснения по поводу карты, где были обозначены так называемые ДНР и ЛНР. По словам самого Андрея Садового, его вызывали в качестве свидетеля. Скандал, напомню, разгорелся на прошлой неделе после форума безопасности, который проходил во Львове. Его участникам показали интерактивную карту, на которой были представлены так называемые республики. В пресс-службе форума тогда объяснили, что обозначили оккупированные территории Украины, Грузии и Молдовы с указанием количества российских войск в каждой из этих стран.